Всем доброго дня, господа просматривающие. Это видео я записываю для игроков Will to Live Online, Left 4 Dead Online. Он оболевшим. Я надеюсь, вы меня поддержите в комментариях и поставите ликантропсы, потому что я приехал с завода суток, на заводе херачил. Приехал домой посталкерить, даже спать не ложился. Прикупил себе, как говорится, 0.5-очку и вот это вот заказал на дом фастфуды вот эти, роллтоны. И думаю, дай-ка сяду, сейчас надо прокачать второй уровень, уже как неделю прокачиваю. Но не могу, потому что мешают все вот эти вот. Я хотел бы, чтобы вы это видео скинули разработчикам, чтобы товарищи разработчики позабанивали всех вот этих трололошников, этих негодяев, которые мне мешают вот тут выпивать за компьютером и мешают мне вот убивать крыс моих. Все, я записал все это на видео, на Sony камеру, вот, на GoPro. И, пожалуйста, вот, пожалуйста, доказательства. Все, в суде мы встретимся с вами, вот эти вот шкила. Вы меня слышите? Все, я все сказал. Я сейчас тебе куплю пистолет. Давай, я буду тебя тут ждать. Бегом марш, блин. Давай. О, Фокус, привет. Хай. Пошли, мне там должен сейчас кое-кто купить пистолет. Побежали со мной. Пойдем его искать. Я тут. Ну где ты? Я не вижу тебя. Скажи ему. Ты новенький. Иди ко мне. Я на улице. Где координаты твои? Где ты? На улице. С какой стороны? Север, юг, вообще, запад? Я тут стою. Почему ты меня обманываешь, если ты стоишь в здании, а говоришь, что на улице? Я не понимаю. Иди сюда. Иди. Я не вижу, где ты. Где ты? Где? Я тут стою. Нет, вот он я. Нет, вот он я. О, ты тут. Привет. Так, привет. Слушай, ну давай мне калашников, скинь, пожалуйста. Сейчас, погоди. Не понял, ребята, а подскажите, пожалуйста, что значит вы были исключены из группы? Это потому что я... Потому что ты... Под тобой калашников валяется. Вот на данном отрезке видео вы видите, как меня заскамили. Вместо моего оружия мне скинули батон. Встретимся в суде. Отдай калаш. Калаш. Отдай калаш. Калаш отдай ему быстро. Челики, смотрите на этот калаш. Смотрите на этот его калаш. Ты еще Мосинку у меня не видел. Слушайте, а какими патронами вообще данное оружие стреляет? 50-й калибр. Мозгами. Вот еще, пожалуйста, пожилые оскорбления проскальзывают. Сейчас кину самый крутой ствол. Этот ствол свой 5000, вот, держи. Держи самый дорогой ствол в этой игре. Опять же издевательство, все на GoPro снято. А этот лапает. Короче, блять, походу ты пиздец, ты либо угораешь, и это твой твин, либо ты вообще нихуя в игре не понимаешь. Я ему уже давал калашников, ты куда его дел уже? Ты мне батон дал. Блять, прикол в том, чтобы тебе его дать, тебе надо уровень, блять, первых калашников, 16 уровень, нахуй. Чтобы его получить, тебе надо вот сейчас идти ему въебашить. Лучше вообще из этой игры выйти, нахуй, пока блядь, эта хуйня тебя не затянула. У меня теперь есть граната. Не кидай гранату. Ты же ему кинул гранату, сказал. Смысл, пока... Да, да, это лимонка. Это апельсинка тогда. Ну, апельсинка тогда, да. На тебе странную карту, я, блядь, ебался ее собирал. Подбирай быстрее, пока никто не спиздил. Блядь, вот она сзади, блядь. Да ты чё, ёбаный, вот она валяется. Алло, блядь. Да, слушаю. Да вот она валяется, ты заебал. Я ничего не вижу, только тебя вижу перед собой. Блядь. Спиздили. Да вон спиздил, убежал, блядь, что ты тут вертишься, отдай, сука. Отдай гранаты. Ой. Вот, на гранату. Вот граната. Это вот, блядь, мандарин, вот пацаны. Да нет, это граната. О, блядь, подбирай. Кого вы нахуй все кинулись, блядь? Ага вы. Кого нахуй подбираешь, блядь? Ты охуел?
Ай, сука, пидорас! Я тебе захуячу! Как Дарина. Тебе нормальные люди не попадутся, да, я смотрю? Гондон ебаный, скинул живо, блядь! Опять же, заскамили меня, вот, все, все украли, что могли у меня украсть. У тебя бывает, только что да. Карту спиздили. И обезьяны. Пиздил, надо его захуячить. Пошли ПВП. Пошли нахуй, поговори, блядь, гондон ебучий. А чё мой брат сейчас у вас подобрал? Я выкинула вам обезьяну. Выкидывай нахуй все, что есть. Пошли. Здесь нельзя. Пошли. 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 Пойдем разбираться. Пошли, покажем тебе кое-что. Сюда иди, гондон. Не бесстрайте, вы ребёнка. Пошли. Курик. Пошли, пошли. Не бесстрайте, вы ребёнка, ну чё. Тут крысы бегают, собаки. У тебя квесты, бери. Покажи, покажи, где крысы. Крысы это вот эти крысы, которые у меня обезьяну украли. Пошли, ёбаный свет. Бегом марш. Квесты возьмешь, понимаешь? Квесты тебе помогут ознакомиться. Да твою мать, хуярь его. Вот щенок, хуярь его. Представляете, в березе застрял, ребята. Твою мать. О, коробка. Убил, пацаны. Квесты помогут ознакомиться. Мой нахуй. А, тут еще и добивать надо, да, ребят? Еще и добить надо его. Давай, давай. Въебало ему стреляй. Ножом, ножом хуяч его. О, блять. Блять. Как видите на видео записанном, специально завели к высокоуровневым монстрам, чтобы меня убить и забрать все мои шмотки топовые. О, Крис не в курсе, что это у него за листик под черепом? Это он про это говорит, вот что у меня значок основателя над ником. Хуй его знает. Видишь, какой-то листик у него под ником под черепом? Не листик, а этот, а... Пшеничная, блять, как она, ковос пшеничный. Да, это как... Это, пацаны, трава, это сорняки здесь растут. Вы не разбирайтесь, какие колосья, блин. Как-то вот люди приглашают, там что-то делают. У меня 10 квестов. Здорово! Вот здорово. Ну чё, это как граната, понравилась? Это оказался мандарин, а меня из-за тебя убили собаки, разорвали на части. Ё-моё, ну как-то... А ты чеку-то выдернул, правильно? Если честно, я её скушал. Всю. Продам наполнители по 200. Не, мне надо. Чё? Наполнители по 200 продам. Мне срочно много надо, мне надо много. Тебе сколько надо? 3. А у тебя денег хватит? Блять, а чё это у него за колосок? Колосок вот под черепом, возле его ника. Чё это такое, блять? Чё это такое, вот? Чё это такое, а? Ни у кого же нету ведь этой хуеты. Премиум аккаунт. А, блять, наверное. Ну тогда точно твинки-тинки, да? Он ее когда-то, когда платная была, блядь, он купил ее, блядь. Вот часто я значок, что у него платная игра, блядь, была. А она еще платная была? У меня еда остывает, нахуй, пока ты на тебя время трачу. Стоять, стрелять буду. Стреляй, ёпты, есть ума нет. Возможно, даже патронами. Возможно, даже патронами. Пусть сначала уровень поднимет, потом хоть обстреляет, а то, блин, хожу на ЖД, ёпта, вокзале там, ёпта, лутаюсь, нахуй, никого не трогаю, все нормально, четко просто лутаюсь. Парниш, что сзади подбегает, давай, короче, из меня из ПМ первого уровня стрелять. Я ему ору, парниш, не надо, он все равно стреляет. Ну, пришлось развернуться, попадать. Он обиделся и умер. Это он, если кто не понял, говорит про бота, про NPC, который там на вокзале этом заброшен. Я на тебя кидаю, значит, репорт, потому что ты играешь с щитами, тебя невозможно убить, так что жди бана. Надо, во-первых, чтобы у меня было включено ПВП, а во-вторых, тебе надо немножко подкачаться. Вряд ли ты в спэме меня убьешь. Какое подкачаться? Я в качалку хожу практически каждый день. Понедельник, среда, пятница. Я имею в виду уровень поднять. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте. Вольно, солдат, вольно. Вольно. Что ты там увидела, блин? Что там? НЛО? Походу, аирдроп скоро будет. Наверное, ждет. Ну, я побежал тогда новый контент искать. А ты лайк ставь. Если ты до этого досмотрел момента, то тебе респектушка, респектушка летит. Ладошка, вот пятеру давай мне, пять. Блять.